Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Продолжаем рассматривать ситуацию, которая произошла с Ярославом Сумишевским. Это певец, и, как мне кажется, действительно великий певец, который попал в шоу-бизнес не за деньги, как сейчас это принято, не за блат, не за какие-то там, не знаю, там отношения непонятные. Действительно, за свой талант, за свой голос люди его полюбили. Но он не так давно попал в страшное ДТП, водителя не стало на месте. Ярослав Сумишевский, для тех, кто не знает, я рассказываю, отделался сотрясением мозга, ну а супруга на данный момент находится в очень тяжелом состоянии, она в коме. Это произошло недалеко от города Красноярска, в 170 километрах от города Красноярска, возле Назарова. После чего супругу привезли в Назарова, она там какое-то время находилась. Ну, естественно, уровень больницы, скажем так, желает быть лучшим, потому что этот городок очень маленький, там порядка 30-50 тысяч человек проживают, на мой взгляд, я там бывал. Вот, и не так давно супругу перевезли в город Красноярск. Вот, хотели в Москву, но такой длительный перелет она бы не перенесла, но хотя бы в город Красноярск, там, конечно, уровень немного лучше, ну не немного, а на порядок лучше, чем в том же Назарово. Вот, какой-то большой промежуток времени врачи не давали разрешения на перелет, потому что не знали, как она перенесет. Ну, то есть это могло закончиться не очень хорошо, скажем так. Вот. И буквально недавно Ярослав Сумишевский, появилась в сети информация про состояние супруги. Ярослав Сумишевский в Инстаграм написал кое-какие слова. И информация это следующая. Информация эта размещена на сайте телепрограмма.про. Статья называется так: «Состояние Наташи остается крайне тяжелым. Ярослав Сумишевский боится за жену, пострадавшую в ДТП». Звезда шоу «Три аккорда» Первого канала Ярослав Сумишевский рассказал в Инстаграм о состоянии жены Натальи, которая уже несколько дней не приходит в сознание после страшного ДТП. ДТП действительно страшное, там вся машина перекореженная, ну, смотреть тяжело, конечно. Никаких утешительных новостей у вокалиста пока нет. Накануне молодую женщину удалось транспортировать в больницу небольшого городка под Красноярском, в одну из клиник краевого центра. Сейчас врачи борются за жизнь Натальи Сумишевской и пока не дают никаких прогнозов. «Состояние Наташи остается крайне тяжелым», – написал Ярослав Сумишевский в Инстаграм. «Нас радует, что она перенесла перелет из Назарова в Красноярск, и слава богу, ухудшений не было». Певец поблагодарил за поддержку своих знакомых и поклонников. Он дал понять, что она очень важна для него и его семьи. Также, друзья, я добавлю, что Ярослав Сумишевский высказывал слова благодарности, когда супруга его находилась в Назарово, потому что очень много людей помогали денежными средствами. Ярослав выкладывал на своей странице в Инстаграм номер карты, потому что, я как понимаю, лечение действительно не дешевое, и оно как минимум не запланировано. И многие мне в комментариях говорят, что ну, у него же есть деньги, зачем он, скажем так, побирается, ходит. Не вижу в этом совершенно ничего плохого. Возможно, деньги есть, возможно, они где-то там вложены в недвижимость, в что-то еще. Конечно, у него доходы больше наших. Но на руках, я предполагаю, что этих денег нет. И пока там эти суммы появятся, ну, пройдет какое-то время. И нет ничего такого совершенно плохого. Я не вижу, что если люди, ну, бескорыстно помогают этому человеку, которого любят, как певца. Вот. И очень много людей приходило, откликнулось на просьбу Ярослава Сумишевского, сдавали кровь в городе Назарово, потому что его супруге требовалась кровь. Ярослав Сумишевский говорил спасибо в Инстаграм, вводил в курс дела, как дело обстоит с его супругой. Вот, я считаю, что это дорогого стоит, потому что в такой ситуации комментировать, давать какие-то комментарии, когда, казалось бы, сейчас совершенно не до этого, он нашел все силы и, скажем так, предоставил какую-то информацию своим поклонникам. На этом, друзья, у меня пока все. Всем, кому понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на канал. Я же продолжаю следить за этой ситуацией. Надеюсь, что все-таки она разрешится в положительном ключе. Всем пока, друзья. До новых встреч.